Сегодня в выпуске. Предварительные итоги работы Смоленской АЭС в 2016 году. Ветеранская организация станции отмечает юбилей. На Смоленской АЭС подведены предварительные итоги работы в 2016 году. В 2016 году Смоленская АЭС работала безопасно, надежно и стабильно. На сегодняшний день, с начала года, блоками атомной станции выработано 20 миллиардов 766 миллионов киловатт-часов, что превышает наш плановый показатель на 404 миллиона киловатт-часов. В главе выработки электрической и тепловой энергии стоит безопасность, надежность. На нее ориентировано все производство и каждый сотрудник Смоленской атомной станции. Политика открытости и формирование экологической культуры – важные составляющие надежной и безопасной работы Смоленской АЭС. Об экологической ситуации данных радиационного контроля всегда можно узнать в экологической службе и управлении информацией и общественных связей Смоленской АЭС, а также на сайте концерна «Росэнергоатом». В 2016 году радиационная обстановка, как и в предыдущие годы, не изменялась и находилась на уровне естественного радиационного фона. Радиационный контроль в районе расположения Смоленской АЭС осуществляется с 1980 года и включает в себя мониторинг состояния приземного слоя воздуха, мониторинг почвы, воды, растительности, определение годовой дозы на местности. За все время наблюдений превышений допустимых значений зафиксировано не было. Кроме того, ведется независимый государственный контроль за радиационной обстановкой вокруг АЭС, результаты которого подтверждают наши наблюдения. На Смоленской АЭС круглосуточно работает система автоматизированного контроля радиационной обстановки на местности, которая в режиме онлайн выдает информацию о мощности дозы в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения. В настоящее время на Смоленской АЭС реализуются все направления социальной политики концерна «Росэнергоатом». Смоленская атомная станция – социально ответственное предприятие, которое заботится об условиях труда, здоровье и жилищных условиях работников, предоставляет дополнительные социальные гарантии, поддерживает молодежь и ветеранов. Все социальные обязательства по коллективному договору предприятия и по отраслевому соглашению выполнены. Одним из позитивных моментов текущего года стала индексация заработной платы. Должностные оклады персонала с 1 декабря увеличены на 7,4%. На Смоленской атомной станции, как и на всех предприятиях отрасли, продолжается работа по повышению эффективности по всем направлениям, в том числе и по оптимальному распределению персонала. Снижение численности связано в первую очередь с передачей функций в подрядные организации, как правило, это дочерние компании или специально созданные отраслевые структуры, а также естественной убылью за счет выхода пенсионеров на заслуженный отдых. В текущем году численность снижена на 5%. Наш коллектив уверенно подводит итоги 2016 года и строит планы на будущее. Смоленская АЭС – основа экономического благополучия, устойчивого развития и энергетической безопасности региона. Флагман, который ведет за собой всю промышленность, задает ей курс. Одно из важнейших направлений деятельности коллектива – подготовка к строительству замещающих мощностей. В августе месяце утверждено постановление правительства Российской Федерации о утверждении схемы территориального размещения объектов энергетики в России. Также в августе месяце концерн получил разрешение в виде лицензии на размещение двух энергоблоков Смоленской АЭС-2 от Ростехнадзора. Это вот те, значит, наиболее значимые шаги, которые в 2016 году были совершены в области, значит, подготовки к строительству Смоленской АЭС-2. 8 декабря прошла 15-я юбилейная отчетная конференция Смоленского филиала Межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом». Создана организация в 2001 году по инициативе директора Сергея Петровича Крылова и в настоящее время одна из самых многочисленных в отрасли. Открыл конференцию ансамбль «Гармония» исполнением гимна атомной отрасли. Специалисты Управления информацией и общественных связей подготовили видеофильм, который поведал об истории ветеранов
ветеранской организации за 15 лет. В работе конференции приняли участие председатель Межрегионального совета ветеранов Виктор Григорьевич Черкасов и директор Смоленской АЭС Павел Алексеевич Лубенский. Делегаты заслушали отчет председателя совета ветеранов Смоленской АЭС Людмилы Николаевны Злокомановой, председателей мандатной и ревизионной комиссий. В прениях выступили представители отдела соцразвития станции, профсоюзного комитета и организации молодых атомщиков. Все они дали самую высокую оценку работе Совета ветеранов Смоленской АЭС. Павел Алексеевич также оценил работу ветеранов. Ну, вот труд этот он неоценим, он бескорыстен, но он дает большой положительный результат. И этот результат он виден и на станции, и в городе. То есть мы как говорим, там есть нам на кого. Да, нам есть на кого равняться, мы видим. Виктор Черкасов отметил, что работа с ветеранами в атомной отрасли имеет огромное воспитательное значение. Я считаю, вот такое чуткое отношение к неработающим пенсионерам формирует в свою очередь положительное отношение к предприятию. И не только в ветеранских организациях, но и среди будущих пенсионеров, нынешних работников, которые видят вот это отношение к ветеранам. За большой вклад в развитие движения самые активные ветераны получили дипломы и благодарственные письма. В межрегиональной ветеранской организации «Смоленский филиал» на особом счету. Свою работу закончил конкурсный комитет всего ветеранского движения отрасли, и Смоленская ветеранская организация признана лучшей. В работе вот все 15 председателей советов, они обмениваются и опытами, и новшествами, которые они вот где-то придумывают, где-то что-то почерпнут. И поэтому сегодня Смоленская ветеранская организация является у нас передовиком в этом направлении. Делегаты конференции приняли отчеты председателя и комиссий и признали работу Совета ветеранов Смоленской АЭС удовлетворительной.